Ребята, в общем, не усидел я дома и решил снова поехать и половить ротанчиков. Поэтому добро пожаловать на рыбалку. Ребят, мы сегодня с вами немного в другом месте. Я взял сегодня немного прикормки, немного аттрактанта на хищника, поэтому думаю расчистить дно и закормлю пару лунок. Ну и посмотрим, что вообще из этого, из всего получится. Лунки расчистил, вот всякой прям травы донной. Вот теперь загружаю сухарики. Все. И теперь в эту кашу добавляю аттрактант на хищника, вот такой. Налить. Фу, кошмар воняет. Еще горсточку сухариков берем. Лук. И... На прошлой рыбалке я ловил в основном на облесенку с цепочкой. Но мне не понравилось то, что она, эта цепочка вместе с тройничком, периодически зацеплялись за основную леску. Поэтому я решил прибегнуть к вот такому вот монтажу. То есть сделал блесну и на нее на леске на 0,22 прицепил нимфу. Вот такую. И теперь буду ловить уже так, что она не будет, ну, по моему мнению, сильно цепляться, потому что она достаточно жесткая. Ну, давайте попробовать ловить на первых лунках. Вот, видите. Вот. Первый ротанчик попался. Ого, хороший попал. Смотрите какой. Даже неожиданно как-то. Такой. Добрый какой. Ого. Да, попадается на эту косточку хорошо достаточно. Даже не ожидал. Нимфа вот эта вообще рулит. Оп. Вот это кайф. Смотрите, ребята. Вот это да! Вот это кайф! Зачетный ротан. О, какой! А тут на блесенку позарился. Ну, отдай, что съел-то? О, какой! Красивая рыба такая. Теперь идем ротанчика красивого на волю. Хороший. Давай, беги. Опа.
Джиг сейчас поставил. Вот такой простенький, с подмалька, с глазами. Еще вот такие вот листья у меня тоже буду пробовать сегодня. Что, ребят, как вам подводные съемки? Классный какой. На нимфочку взял. Видите, какая у него пасть. Вот два пальца влезет. Вот пошурудил на лунке, немного прикормил. Масло аттрактант для хищника туда засунул. Вот такой попал. Клево. Интересно, как они отреагируют вот на такую блесну? Сейчас посмотрим. А нормально реагирует. Ну что, клёв заметно подутих. Ну, я недолго думаю, переключился на ловлю на обычную мормышку. Вот. Ну и сейчас буду, наверное, чередовать то на мормышку, то на блесну, то на мормышку, то на блесну. Так что вот продолжаем наслаждаться рыбалкой, красотой природы и дышим полной грудью. Я же знаю, за что вы цените мои видео. Вы их цените за то, что я неугомонный такой. Поэтому сейчас мы идем, вообще все поменяли. Идем сейчас на другую лужу, которая меньше. Вроде как там рыба крупнее клюет. Сейчас будем проверять. А пока я вот тут пойду сейчас. Вот тут. Надеюсь, дойду. Здесь рыбка клюет похуже, но чуть-чуть покрупнее. Вот.
поэтому давайте ловить. Wow.